Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, поделиться нашим видео и включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых видео. Сладкая ссора Азги Гюрель и Серкана Чиоглу, познакомившихся на съемках сериала «Вишневый сезон», и их дружба со временем переросла в любовь, пара Серкана Чиоглу и Азги Гюрель поженилась в июле 2022 года в Германии и Италии. В августе 2022 года. «Мои документы» Азги Гюрель, участница дуэта, выражающая свою любовь романтическими жестами, сказала: «Если бы я была готова до Серкана». В кадре, которым он поделился из своего аккаунта в социальной сети, у которого 5,7 миллиона подписчиков, есть мои документы с сердечками и улыбающимися смайликами. «Я не считаю от 3 до 5», — сказал Серкан Чиоглу на комментарий, «я думаю, 3 минуты или около того», и сказал: «давайте не будем считать 3 раза по 5». Сладкий обмен этими двумя привлек внимание. Сюрприз, который тронул Азги Гюрель и Серкана Чиоглу. Серкан Чиоглу, Азги – моя противоположность. Азги Гюрель и Серкан Чиоглу – одна из самых популярных сладких бойцовских пар среди известных актеров. Гюрель известный сериалами и фильмами, которые он выбрал, чтобы прославиться, человек, посвятивший себя проектам социальной ответственности, а также актерскому мастерству. С другой стороны, Чиоглу сосредоточил свою карьеру в основном на карьере в кино и сериалах и в конце концов начал снимать сериалы. О сладкой драке между Гюрелем и Чиоглу много говорят в социальных сетях. Эти двое часто взаимодействуют, чтобы поддерживать, сопровождать и праздновать дружбу друг друга. Оба работают в первую очередь на себя, но постоянно отмечают, делятся и поддерживают достижения друг друга. Азги Гюрель, которая впервые получила известность благодаря съемкам в сериалах и фильмах, в последнее время участвует в проектах социальной ответственности. Ее любимый сериал – «Вишневый сезон». Серкан Чиоглу начал свою карьеру в основном как актер кино и телевидения. Она получила известность, сыграв в сериале «Вишневый сезон». Он также поддерживает многие проекты социальной ответственности. О сладком поединке между Азги Гюрелем и Серканом Чиоглу много говорили в социальных сетях. Азги Гюрель говорит, что поддерживает и поддерживает Серкана Чиоглу в каждом проекте. Эти двое часто публикуют сообщения в социальных сетях, чтобы поддержать и сопровождать друг друга. Эти двое работают друг на друга, но постоянно отмечают достижения друг друга, делясь и поддерживая друг друга. Азги Гюрель и Серкан Чиоглу очень популярны среди известных пар благодаря телесериалам и фильмам, которые они выбрали, чтобы прославиться. Эти двое часто взаимодействуют, чтобы поддерживать, сопровождать и праздновать дружбу друг друга. В то время как сладкий бой Гюреля и Чиоглу привлекает большое внимание в социальных сетях, есть много поклонников, которые восхищаются этим дуэтом. Любовь и дружба Гюреля и Чиоглу являются популярным примером во всем мире. Вы можете поделиться с нами своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в других видео. Береги себя. До свидания.